Доброе утро, дорогие друзья. Ну, у меня это утро. Сегодня 13 июля, пятница. Открыл компьютер сегодня, посмотрел свою почту в Skype и увидел очередной вопрос в Skype от человека, который спрашивает конкретно вот так. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, на Кликбанк реально можно заработать? Я все методы заработка перепробовал, ничего у меня не получается. Такие письма я получаю примерно раз в неделю, это при том, что я активно не рекламирую никакие там услуги по Кликбанку там и так далее. Но с учетом того, что в интернете практически нет информации, к сожалению, все пытаются что-то навязать, продать и так далее, включая меня периодически, я все-таки хочу поделиться, раскрыть немножко процедуру, как я это вижу на данный момент, кликбанком и вообще интернет онлайн-маркетингом, так называемым аффилиатным маркетингом, я занимаюсь уже более 2 лет. У меня есть все возможности для этого, полный цикл времени, свобода, деньги и так далее. То есть я как бы мог попробовать все, что они предлагали, я все мог попробовать. Слава богу, есть партнеры, друзья по всему миру, которые отзываются на мои идеи. И, в общем-то, как бы если мне нужны деньги на что-то, я не испытываю затруднений, чтобы проверить какую-то идею. Ребят, как происходит все дело с Кликбанком? Основная как бы проблема в том, что простой вопрос на ответ, насколько реально ли заработать на Кликбанк, можно. Но надо понимать, что изначально, как изначально вся эта система работает, как, насколько просто можно заработать на Кликбанк. Вот смотрите, например, для меня, насколько просто. Вот это письмо, вот Friday, сегодня 13 июля, да, вы видите, да? А вот это, соответственно, в прошлой пятнице, или какая там, 6 июля, $128, это мой Кликбанк аккаунт, видите, здесь не так много продвижений, я просто объясню почему. Напрямую на Кликбанк я не ставлю, как бы, упор, акцент, у меня нет акцента прямо на Кликбанк. И вам, в принципе, я бы советовал точно так же. То есть, если вы будете просто ставить задачу заработать на Кликбанк, у вас ничего не получится, скорее всего. Потому что, если изначально вопрос, у американцев есть выражение garbage in, garbage out. То есть, если на входе, простите меня, говно, то и на выходе, соответственно, будет говно. То есть, если ваша идея изначально не верна, то вы реализация займет долгие годы и все равно ничего не получится. В чем, почему, как, например, насколько просто заработать на Кликбанке для меня сейчас? Достаточно просто. Первое, я не завишу от заработка на Кликбанке. Второе, у меня уже есть подписной лист, список подписчиков, видите, вот 2700 человек. И я как бы, у меня есть цикл, по которому эти подписчики ко мне сюда заходят. Вот это то, что вы видите, да, Scheduled Broadcast, это мои письма, которые вот идут 14, 16, 17, 18, 20, 23. То есть это серия писем, это письма, которые заряжены, грубо говоря, в рассылку. Среди этих писем в том числе есть предложение по Кликбанку. Понимаете? Но они заходят уже в аудиторию, которая собрана, которой интересен онлайн-маркетинг, которые хотят зарабатывать онлайн, да? То есть, например, вот это Profit Speed Insights in 5 Minutes, да, это как раз об этом. То есть, если мы сейчас посмотрим это письмо, есть у меня здесь разделение, соответственно, по категориям. Видите, это все разные серии писем. И вот в серии писем Best Passive Income Programs у меня заряжены несколько программ по Кликбанку. Вот если посмотреть эту серию. Вот эти несколько программ. Вот эти вот письма Profit Speed Insights in 5 Minutes, это как раз самое свежее, одно из самых свежих предложений из Кликбанка. Рекламу которого я даю просто в свою аудиторию, да, то есть аудитория ищет варианты, как заработать онлайн, новинки там всякие и так далее. Вот так выглядит это письмо, вот эта ссылка, грубо говоря, давайте ее посмотрим, куда она ведет.
Видите, это был Крикбанк. И вот письмо, это конкретное предложение, 5 Minute Profit Sites и так далее. То есть, почему оно включено как бы в серию писем? Сейчас это одно из самых таких мощных предложений на Кликбанке. То есть мы можем посмотреть 5 Minute Profit Sites на Кликбанке. Это предложение оно будет. Оттуда берутся все эти данные и так далее. Но как вариант, я повторяю, если вы просто будете тратить деньги на то, что будете рекламировать напрямую какое-то предложение, то зачастую вы просто, у вас не будет отдачи. То есть вы будете тратить больше в конечном итоге, чем зарабатывать. То есть должен быть правильно построен цикл. Если вы хотите, в принципе, понять чуть-чуть шире, как это строится более-менее правильно, и у вас нормально с английским, я дам вам ссылочку, или вот просто посмотрите на сайте. Здесь Start Here, Profit Tunnel, Blueprint. Вот эта система, как у меня сейчас все построено. То есть все начинается с базового предложения, которое, ну вот так вот должна выглядеть ваша пирамида. В идеале вы должны просто собрать людей к себе вот сюда. И оптимальный вариант, то, что делают как бы люди уже топ-уровня, онлайн-маркетеры, которые зарабатывают реально очень много, у них стоимость cost per click, вернее, cost per customer, да, CPC, она ниже намного, чем profit per customer, чем прибыль, которую дают этот, как бы, ваш новый подписчик, да. Вот так выглядит этот туннель, который состоит из нескольких систем. Здесь я показываю конкретные системы, которые я сейчас использую. В том числе вот эта система. Она мне нравится тем, что здесь я вот загнал трафик, я увидел отдачу. Еще раз загнал трафик, увидел отдачу. Нету трафика, трафик не заходит, отдачи нет, да, соответственно. Здесь вот в этой статье я все это описываю подробненько, да. То есть простой вариант, который, например, вы можете делать. Изначально сразу говорю, у вас должна быть система, по которой вы собираете, собственно, ваших подписчиков. С вашими подписчиками работать придется каждый день. У меня иногда уходит по 2 письма одно утром, одно вечером своим подписчикам. Многие отписываются, но те, которые остаются, они находят полезное в той информации. Ну, видите, открываемость невысокая, вот справа. Но это уже по для тех писем, которые не первый раз как бы отсылаются и так далее. Здесь все расписано по таким вот разным категориям. Есть специальный софт, который внутри этого всего дела переводит из одной категории в другую. Ну, то есть это немножко все сложнее, чем можно увидеть просто в открытом доступе в интернете. Но основная идея здесь того, что в том, что вы в принципе должны собирать, не ставить идею заработать на Кликбанке, а ставить идею, как достичь того, чтобы деньги, которые вы тратите на получение нового подписчика, да, чтобы они практически сразу же отбивались. Это то, как работают профессионалы. Представьте себе, что вы, грубо говоря, собрали, что вот вы отправляете письмо, да. Ну, как это обычно делается. Есть у меня здесь, в принципе, выход. Я показываю одну из систем, которая дает трафик, где можно нормально выбрать трафик. Да, это та же Udemy. Там все, в принципе. Сейчас я ее покажу. Где тут у меня трафик план. Это бесплатные методы. Это мой. И вот Udemy. То есть, как бы, традиционный вариант такой. Вы заходите на Кликбанк, находите предложение, которое сейчас пользуется спросом активно, да. Заходите на Marketplace. Выбираете предложение. Ну, нас там интересовали 5 Minute Profits, да. 5 Minute Profit Sites. Не нашел. Так, вот они. Видите, здесь как бы
Есть описание этого, да, сайта, есть аффилиатная страница. То есть вы, простейшая схема, как люди работают на Gravity, очень высокая, все хорошо. И здесь у них хороший цикл с, видите, up to $358 можно заработать с одного лида, да, то есть достаточно хорошее вознаграждение. Вы берете отсюда как бы свою вот эту ссылочку партнерскую, заходите на Udemy, и, грубо говоря, у вас должно быть вот это. То есть, если вы серьезно занимаетесь, вы практически каждую неделю должны покупать трафик. Да, то есть, соответственно, это надо уметь делать, но я допускаю, что вы это уже делаете. То есть здесь все очень просто. Find sellers, находите деньги, берете деньги, которые вы себе можете позволить, грубо говоря. Если вы сейчас можете позволить максимум там по 40 центов себе, то все, что вам надо выбрать, это чтобы у человека были продажи, да, вот они, хотя бы какие-то продажи, чтобы у него были, и были хорошие отзывы, да. Соответственно, дальше появляется, ну-ка, с рейтингом 100% даже вот так. То есть можно найти неплохие, даже за такие деньги, неплохой трафик можно найти. Вот выбираем, например, этого человека и пишем ему объявление и даем рекламу на 5-minute traffic. Дальше эти люди попадают как бы к вам в автоответчик, и вы им шлете серию писем. Опять же, у вас должна быть система, желательно вот что-то типа этого, которое многоуровневая, да, то есть которая позволяет вам зарабатывать на первом уровне, потом у вас должен быть обязательно товар high ticket offer, то есть чтобы вы могли заработать там $500, 1000, $1500 с продажи и так далее. На Кликбанке, кстати, один из таких небольших секретов открою, что есть предложение, и это должно быть как бы вашей тоже фишкой, что есть предложения на Кликбанке, которые заводят на так называемые вебинары. На вебинарах обычно продают товары, которые стоят там в районе $1000 там и так далее, понимаете? То есть когда у вас комиссия с этого вебинара будет $500, например, да? Вот одним из таких предложений есть предложение Кристиани по его системе работы. Сейчас мы посмотрим, вот это оно у меня здесь заряжено. То есть я в данном случае не веду рекламу конкретного продукта Кликбанка, да, но продажи с Кликбанка есть и будут. Представьте себе, что вы отправили, грубо говоря, что у вас есть 1000 подписчиков, и вы им отправляете предложение. Или 10 тысяч подписчиков, или 100 тысяч подписчиков, которым вы отправляете предложение. Это, поверьте мне, на выходе это разные цифры с точки зрения заработка. Вот это предложение, заход на автовебинар, это именно автовебинар, то есть бесплатный тренинг, как зарабатывать 7 цифр онлайн, там та-та-та-та, человек нажимает, и он будет ему предложат зарегистрироваться на автовебинаре. На вебинаре человека минут 45, иногда час, иногда полтора, ему рассказывают о системе, то есть, ну, показывают доходы человека и так далее, то есть как бы больше вероятность, что человек купит, но это дорогие цифры. То есть здесь, когда человек покупает, там где-то от $1000, с которых вы получаете минимум 50%. И вот и получается, что, допустим, вы там получали копейки, 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 потом у вас вот увеличилась база, подписная база ваших подписчиков, с которыми вы, опять же, постоянно работаете. И тогда, да, тогда вы можете в какой-то день увидеть на своем Кликбанке и $500, и $1000, и $1500. То есть это вопрос в том, как вы построите эту систему. Systems work, да, то есть системы работают when people fail, когда люди, собственно, теряют. То есть если у вас нет изначальной системы, то вот эти вот мыканье, что дай-ка я прорекламирую что-то на Кликбанке, то-то-то-то вас точно не приведут к успеху. Считается вообще в этом бизнесе, что, зарабатывают те люди, которые, собственно, создают продукты. Но это, конечно, далеко не для всех и точно не для начинающих, потому что создать свой продукт не проблема, с точки зрения его можно и готовый взять. Там достаточно не просто его, грубо говоря, просто куда-то разместить. Вот это вот, чтобы вы понимали, насколько это непросто, это только первая часть того, как
Ну, что нужно сделать для того, чтобы разместить свой товар, свой готовый товар на какой-то бирже? Ну, то есть, и то, там есть масса нюансов, это очень непросто. Ну, как и все, что вы делаете впервые, даже катание на велосипеде, да? Вот. Что еще я хотел сказать? Тут можно много разговаривать о том, как прийти к тому, чтобы у вас были стабильные цифры заработка. Ну, первое, это точно не будет быстро. Раз. Второе, это точно не будет дешево. Два. Ну, например, расскажу вот о последнем своем опыте, когда люди... Мне понравилась идея, что так называемый туннель продаж, который так называемый self-liquidated funnel. Что такое self-liquidated funnel? Это туннель, который сразу же дает прибыль. То есть, когда вы рекламируете что-то, что вам сразу же дает прибыль, например, за регистрацию, ну, те же CPA, программы и так далее. Я заплатил за этот курс $1000. Реально полезного видео там было одно. И та система, которой они пользуются для получения сразу же отдачи, то есть, грубо говоря, он $100 на трафик потратил, $100 он тут же получил, продав какой-то, ну, что люди зарегистрировались по какой-то там CPA-программе там, или что-то сделали, нажали, там, кликнули и так далее. Так вот, та система, которой эти люди пользуются, она уже не принимает к себе пользователей. Даже по их рекомендации мне попасть туда не удалось. Хотя идея верна, что, например, у вас в начале туннеля стоит CPA-предложение, с которого вы сразу же получаете те деньги, которые вы как минимум потратили на рекламу этого предложения, да? И, соответственно, весь последующий цикл фактически у вас эти пользователи получаются бесплатно, да? В дальнейшем. Это, собственно, единственное, что вам надо, чему надо учиться. Вот этому сложно научиться. Как сделать так, чтобы ваши пользователи, ваши подписчики у вас к вам заходили в любом количестве и ничего вам не стоили. Тогда ваш подписной лист будет расти постоянно, да? Вы можете отправлять туда письма разной направленности, с ClickBank, с JVZoo, свое что-то сделать, там другие. Есть масса, помимо ClickBank, других серьезных контор, которые дают не хуже варианты. Но основная проблема в том, что человек начинает тратить деньги, у него нет цикла, который дает ему отдачу. Я вас уверяю, что этот цикл построить очень непросто. Вот. Который бы давал как минимум хотя бы такую же отдачу. Ладно, там еще заработок. Хотя бы столько же, чтобы он отдавал. Да? Один из вариантов необычных, который поможет вам начать, я вам покажу, потому что он действительно работает. Есть такая программа у меня на блоге ProfitMoney.ru. Я часто, очень часто о ней пишу, потому что за последний год это единственное, что реально работает. Называется она Featured Pro. И вот здесь как раз присутствует момент, который, я сразу скажу, что вы тут не начнете много зарабатывать на кликбанке, потому что есть свои нюансы. Но вы, начнете зарабатывать с первого же дня, и б, вы сможете рекламировать свои товары на с ClickBank или с любой другой программой, или свой блог, там что захотите, бесплатно. Даже за это вам еще и платить будут. Как здесь все построено? Давайте приведу пример конкретно ClickBank и покажу, как это работает. У меня к вам единственная просьба, что если вы начнете пользоваться этой системой, я смогу вас дальше проконсультировать, но в одном только варианте. Если вы зарегистрируетесь в ней по моей ссылке, да, я дам ее в описании к этому видео, ну, чтобы мне какие-то копейки с вас падали тоже. Здесь есть партнерская программа. Вот. Бесплатно никого не консультирую, ребят, ну, миллион людей, это нереально просто. Дальше. Итак. Пример конкретно берем пример с кликбанка. То есть, например, если мне нужно вот эту страницу, да, загнать вот сюда, давайте я вам прям покажу, как это сделать. Сразу скажу, что напрямую загонять ее нет смысла. Почему? Потому что у вас как бы разовый отстрел. То есть у вас должна быть страница до этого, на которую вы принимаете это предложение, и потом с нее, чтобы шел перевод уже на эту страницу. Ну, допустим, вы знаете, как это делать. Если не знаете, опять же, нужно пройти курс по тому, как это все делается. Хотите у меня пройти? У меня есть курс по кликбанку. Тоже ссылку дам в описании к этому видео. Ну, допустим, вы знаете, как сделать эту страницу. Все у вас нормально, у вас есть Aweber, все это подключено, все прочее вы тоже знаете. Прекрасно. Значит, как пользоваться? Смотрите, первое. Мне нужно купить хотя бы один пакет стоимостью $50.
Это рекламный пакет стоимостью $50. Когда вы его покупаете, вам дают 800, помимо того, что каждый день вам начисляют прибыль на этот пакет, надо просмотреть 10 объявлений, и вы получаете прибыль на этот пакет каждый день. Где-то 0,5% на инвестицию, что, согласитесь, не так мало. Только на этом можно жить и нормально развиваться. Итак, 800 просмотров на один пакет. Дальше я захожу в свою рекламу. Давайте я покажу, какие предложения крутятся у меня. Вот здесь я здесь нажму «Управлять». Вот те предложения, вот количество показов, которые как бы я назначил по этим предложениям. Давайте посмотрим. Вот секрет номер один, онлайн миллионерс там и так далее. То есть, давайте, может быть, я даже при вас создам эту рекламу, что ли. Так, реклама создать. Ну так, чтобы вам было уж конкретно понятно, как это все будет. То есть вы, например, купили там один или 10 пакетов, и вам нужно создать рекламу. Вы хотите рекламировать, ну, например, я повторяю, я так не делаю, то есть надо делать сначала страницу захвата, а потом рекламу, да? Перевод вот сюда, ну, допустим. Дальше, вам нужно сделать текст. С текстом все очень просто, вы берете вот это вот и делаете из этого текст. То есть, например, ну вот, пожалуйста, $519 в день. Пишем, соответственно, 519 per day. System. Система, которая типа приносит $519 в день. Income system. Окей, дальше. Здесь просто смотрим, сколько влезет. Ну, все влезает, все прекрасно. Все, прекрасно, есть. Дальше вы выбираете аудиторию, которая вас интересует в данном случае. Выбираете язык, который вас интересует в данном случае. Вот, назначаете просмотры. Доступных просмотров, вот он пишет, сколько у нас есть доступных просмотров, вот такое количество. И эта штука попадает, соответственно, уже вот сюда. То есть мы назначили наши просмотры, которые будут идти на какую-то из страниц. Ну, вот на ту страницу, которую в данном случае. То есть как сделано у меня по правильной системе. Вот у меня есть отдельная страница захвата, видите? То есть сюда захватывается... Здесь даже несколько их. Нужно зарегистрироваться, выпадает вот эта штука, и мы получаем письмо, а потом он уже переводится на, собственно, вот эту страницу, например. Да? В том случае, что сделали мы с вами, это сделано неправильно, потому что вы не захватываете этих людей. У вас разовый выстрел, грубо говоря. Но смысл в чем? Что когда вы создали эти объявления, они выглядят вот так. И для того, чтобы люди зарабатывали, получали вот этих 0,5% в день, эта система требует только одно, чтобы вы один раз в день просмотрели 10 объявлений. Вот точно так же, как вы просматриваете чужие объявления, точно так же ваше объявление попадет в просмотр вот сюда, к этим людям. То есть здесь несколько миллионов, я не помню уже, 2 или 3 пользователей в этой сети, в этой системе, которые просматривают эти объявления. Но это единственный вариант для вас на данный момент, когда вы не тратите деньги на рекламу, а купив рекламные пакеты, вы их не просто отбиваете, вы на них зарабатываете еще. При этом ваша реклама, Кликбанка, например, или любая другая, вы можете сделать 3, 4, 5 предложений с Кликбанка, и они у вас будут крутиться здесь в просмотре. То есть, когда человек просматривает, у него есть здесь возможность, ну, если ему нравится предложение, а там все сделано профессионально, то человек нажмет, зайдет по вашей ссылке, и, соответственно, вы получите свои комиссионные. Повторяю, смысл этой программы и операции для вас в том, что вы вот здесь вот вам каждый день начисляется прибыль. Как только сюда зачисляется $50, я могу купить или еще один пакет, или вывести деньги эти и так далее. Вот такой как бы пример, который я хочу вам просто привести. Если вы несколько раз, в принципе, просмотрите этот видеоролик, я надеюсь, что вопрос, можно ли заработать на Кликбанке, у вас отпадет. Да, вы можете заработать на Кликбанке, но сразу же еще раз говорю, что самый простой вариант, когда вы не тратите деньги, а единожды проинвестировав, вы зарабатываете их,
да, это через FutureAd Pro. Все остальное это уже более сложные методы, которые потребуют от вас совсем другой отдачи. Этому нужно будет несколько лет учиться, вложить, по моему опыту, не одну десятку тысяч долларов в то, чтобы вы научились этими всеми процессами управлять, понимать, как это все работает и так далее. Начните с FutureAd Pro. Пока они работают, тьфу-тьфу-тьфу, дай им Бог здоровья, с 2013 года вроде бы поразительные пацаны, потому что, невероятно просто. То есть, мало того, что вы зарабатываете, показываете свою рекламу, вы еще и зарабатываете ежедневно деньги. Так, в принципе, все. Ссылки в описании будут к этому видеоролику. Итак, у вас вариант. Первое, что нужно сделать, это зарегистрироваться по моей ссылке на FutureAd Pro. Ссылка в описании на блог, да, где рассказано детальнее об этом, есть информация, я вам тоже дам. Дальше просмотреть вот эту статью Profit Tunnel Blueprint. Это как это сделано, как это делается более сложно немножко, но и с другими вариантами на выходе. Ну, в общем-то, я из этого готовлю курс для англоязычной аудитории, поэтому фактически это все, что я на данный момент знаю, вот оно уложено вот в этой одной статье. В сжатой такой форме. Udemy, если хотите попробовать прорекламироваться, пожалуйста, я показал вам, как выбирать, то есть смотрите, какой у вас есть бюджет. Ну, например, с этим бюджетом это копеечки, это совсем $35 и так далее. Здесь единственное, что могу сказать, надо ставить вот эти вот вещи. Тогда вы будете видеть, что $51 у вас будет стоить относительно качественный трафик, соответственно, вот этот регион там и так далее. Ссылку на Udemy я тоже дам. Все. Надеюсь, это видео было полезно. Если да, пожалуйста, подписывайтесь на мой видеоканал, YouTube-канал, и прокликайте, пролайкайте, напишите лестные отзывы. Буду благодарен. Всего хорошего и до свидания.